Сегодня первый нерабочий день, но к свободному распорядку дня еще нужно привыкнуть. А пока Владимир Афанасьевич идет обычным маршрутом, чтобы попрощаться с коллегами. Здесь, в городском водоканале, начиналась и прошла большая часть трудовой стези Владимира Савчука. Начинал свой путь выпускник Одесского инженерно-строительного института с должности инженера очистных сооружений. Грамотный и инициативный специалист быстро пошел в карьерный рост, был главным инженером, а потом и руководителем предприятия. 10 лет возглавлял управление жилищно-коммунального хозяйства «Бендер». Еще 7 лет был заместителем главы государственной администрации по вопросам ЖКХ. Я думаю, что многое пришлось пережить. И аварийные ситуации в городе, на различных инженерных сетях, и сложные управленческие решения, которые приходилось принимать в неправых условиях. Но я уверен, что все эти действия были направлены на улучшение жизни приднестровцев и бендерчан. Сегодня Владимиру Савчуку вручают грамоту за многолетний труд в органах исполнительной власти. Благодарят за мудрость и опыт, за ту социальную среду, к созданию которой причастен Владимир Афанасьевич. Я считаю, что Владимир Афанасьевич – это тот человек, который создавал эту среду в городе Бендере, непосредственно на предприятии. И окунувшись в эту атмосферу города Бендер, я видел, как каждый гражданин города гордится своей причастностью к этому городу. Поздравить и сказать теплые слова Владимиру Савчуку выстроилась целая очередь из руководителей коммунальных предприятий «Бендер», с которыми много лет приходилось работать бок о бок. Владимир Афанасьевич, сдерживая скупую мужскую слезу, благодарил собравшихся за оказанное внимание. В воспоминаниях он остановился на самом тяжелом периоде работы. Вспоминая свою жизнь, я думаю, что нашему поколению выпало такой период, один из самых тяжелых, в том числе и этот паразитический 92-й год. Дай Бог, чтобы молодежь не знала, что это такое. Дай Бог, чтобы у всех у вас было все хорошо. Немножко волнуюсь, потому что проработал в этом коллективе от начала и до сегодняшнего дня. Владимир Савчук выразил надежду, что новое поколение коммунальщиков будет таким же дружным, не с меньшей ответственностью будет относиться к своей работе. А он сам готов и дальше дать ценные советы, если понадобится. Не забывать своего коллегу пообещали на предприятии. Жанна Настас, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.